Підбиваємо підсумки показів, що відбулись у рамках тижня моди у Нью-Йорку. 6 тенденцій, які просто must-have, а ми будемо вчитися адаптувати їх до свого гардеробу. Нас очікує тріумфальне повернення речей з пітоновим принтом. Дизайнери рекомендують до кожного окремого луку вибирати тільки одну річ зі зміїним малюнком. Це може бути об'ємна куртка з капюшоном або яскравий тренч. Та не забувайте про аксесуари. Другий хід з нашого списку – худі, які зараз носять з пальто та бомберами. Та вже навесні ми згадаємо про плаття з капюшоном. Вони будуть актуальні у комплекті з кедами. Об'ємний, довгий, в пастельних відтінках – це головні характеристики найактуальнішого верхнього одягу майбутнього сезону. Мова в даному випадку йде про класичний тренч. Оксамит колись був виключно придворним матеріалом, але давно перейшов з королівських гардеробів до масово доступного одягу. У цьому сезоні неймовірно популярні брюки, спідниці, аксесуари та навіть взуття, які можна знайти в оксамиті. І чим більш насичений колір, тим краще. Одна з тенденцій залишилась нам у спадок з минулого сезону – це халати. Найсміливішим присвячується. Максі-довжина смачних сливових відтінків рекомендується носити просто так. Цікавий декор на джинсах не дасть піддатись осінній хандрі, отож віддавайте перевагу яскравим вишивкам та оздобленню різноманітними тканинами. А якщо ви любительки екстравагантності, обирайте джинси з дуже популярними сьогодні прорізями на колінах. Мода змінюється. Про це говорила не лише Коко Шанель, про це поговоримо сьогодні і ми разом із нашими гостями, тим паче, що я радий вам їх представити. Вітаю вас. Сьогодні в нас в гостях дизайнери Олександр Єрофєєв та Олена Кравченко. Вітаю вас. Дякую, що сьогодні ви разом з нами. Очень давно хотів лично вже познайомитися, тому що все время так випадав шанс у вас пообщатися з моїми колегами. І ми наслышані. Вот так. Сьогодні вже свели нас звезди, і слава Богу. А сьогодні ми поговоримо о мужской моде. Мы с Леной переписывались ночью в Фейсбуке, понимаете, она говорит, так, все, будем, наверное, поскольку большинство в эфире будет мужчин, будем говорить, все-таки о мужской моде. Что осенью будет модно? Вот так в нескольких словах, а потом пойдем уже более детально. Давайте сначала в нескольких словах, да, о том, что моды изменяются, сказала Коко Шанель. Да. Ну вот как в мужской моде она не дуже изменяется. А, то есть... Ну вот в принципе, да, в принципе ничего такого. Мы как женщины все забрали себе, вот все, что мы могли забрать. Все общем, уже забрали, что, да. А да. Даже брючный костюм мужское, это наш забрали. Да, брюки, парики, тени, пудру, и оставили вам кое-что. Кое-что оставили, да. И вот это вы вот как-то пытаетесь там что-то разные цвета красить. Вот так вот и да, мужской все. Костюм, он статичный просто, то есть на протяжении целых эпох он держится, и очень медленно-медленно он видоизменяется. То есть на протяжении вот последних 100 лет мы видим один костюм, то есть один элемент, это вот английский мужской костюм, да, наряду с немецким и итальянским. То есть они стандартные, классические, но при этом добавляются только цвета, детали, фасоны, где-то заужаются, где-то расширяются, ну и, безусловно, аксессуары, которые добавляют все это дело. И вот конкретно в этом сезоне вот мы сейчас видим картинку с широким брюками, вот укороченные узкие брюки немножко отходят, и дизайнеры пропагандируют широкие брюки вот из начала вот прошлого века, где-то вот, 30-е да. годы. Зима, говорят, будет холодная, будет да. дувать, наверное. Да, чтобы можно было одеть теплые штаны какие-то под низ. Но, опять-таки, если кто-то не готов к таким радикальным изменениям, все-таки можно использовать зауженную штанину, но например, брюки со складками в области талии. Мы в последнее время вот наши клиенты всегда заказывали наоборот более узкие брюки без складок, но вот дизайнер рекомендует, это удобно, и при этом брюки могут находиться чуть-чуть выше обычной талии, где мы привыкли. А цветовая гамма? Мы увидели, что черные, но я так понимаю, что могут быть и другие цвета. Очень много натуральных цветов, да, это цветовая гамма каких-то натуральных камней, ржавчины, вот у девочек то же самое, вот этот верблюд, ну верблюжий цвет, да, вот все такое какое-то, беже, слоновая кость. Ну все классические вот осенние много цвета. Много красивых таких натуральных цветов. Будем прятаться в листьях. Осенние цвета пошли.
А ну, я смотрю, есть вот такой еще вариант. Это, здесь больше мы рассматриваем шарф, потому что последняя неделя моды, вот это, кстати, Gucci, вот они предлагают носить длинные шарфы, вот, повязывать их как угодно, ну, насколько это практично в городской среде. Ну да, можно, я думаю, в маршрутке, да, вот запутаться, либо когда закрывается дверь, можно так остаться с маршруткой. Бежать за маршруткой. Итальянская неделя моды вообще пропагандирует шарфы-пледы, но это должен быть именно шарф, а не плед, который вы сняли с дивана. Есть и такие варианты, я видел несколько раз. То есть, поэтому, как бы, ну, опять-таки, это тоже не очень практично и достаточно радикально в моде. То есть, особенно в провинциальном городе, это не всегда могут понять. Не все воспринимают правильно. Будут догонять, придется убегать. Я смотрю, что да, вот, если честно, такой шарф можно еще принять как одну штанину. Я вот просто, когда первый раз посмотрел, думаю, это разные штанины, уже так надо, модно, разного цвета. Еще можно, конечно, обмотать вокруг шеи, сделать такую нахлобучку на шее. Тоже, как бы, вот, ее же Ямамото. Кому ты такие уже, да. Пропагандирует такую идею. Ну, реально, я смотрю, что радикально этой осенью. Ну, а, скажем так, если более практично, потому что они все рискнут, как мы говорим, в провинциальном городе, да, сделать это. Для народа. Да, вот для народа, скажем так. Так, а что все-таки реально, ну, вот широкая штанина, да, вот по фасону, наверное, все-таки пойдем. Ну, во-первых, это зима, это пальто. Угу. Пальто, например, в начале осени еще можно одеть стиль милитари что-то, то есть, но это только начало твидовые осени. Пиджаки. Твидовые почему-то пиджаки, почему-то как-то у нас мало носят, хотя это так, мне кажется, красиво. Ну, вот свитера. Вот, это уже для народа. Да, это для народа, то есть... Свитер, как бы вот. Ну, такой... на свитер надо что-то еще одеть. Вот еще как-то. Вот да, потому что прохладно будет. Прям, да. Осенью еще как бы такой вариант подойдет. Я вот только перед эфиром, дорогие друзья, только сказал, что порадовался, что у меня есть такие с оленем такой вот свитер. В этом году я купил и буду модный. Слава богу. Это такой превью, да, к новогодний эфир. Вообще рекомендуют в этом сезоне свитера крупной вязки. То есть, как бы, они должны быть не очень больших размеров, не объем, но не очень узкий. То есть, средний универсальный размер. То есть, можно одеть какой-то такой с хомутом какой-то свитер, быть или как отшельник, какой-то морской волк, например. Ну, либо похоже на романтика, да, брутальный такой. Либо, наоборот, какой-то романтик-писатель в этом свитере. Для контраста можно на такой теплый свитер одеть тонкое пальто, либо дубленку, либо куртку. Кстати, дубленки в этом сезоне в моде. Это, конечно, не дубленки из 90-х, которые непонятно какие, какие-то огромные. То есть, это короткие по фигуре дубленки. Если вам кажется, что дубленка она очень тяжелая, можно немножко схитрить и заменить ее шерстяной курткой, но с овчиной какой-то воротник, то есть объемный. То есть, скажем так, визуально должно казаться всем, что вам очень холодно, а вам очень комфортно тепло. Да, да. Опять-таки, что касается пальто, пальто тоже. Так у нас мода все время укорачивается, ввиду, наверное, с экономическим кризисом каким-то. Вот. Но все-таки длинное пальто, многие дизайнеры вот в этом сезоне, они предлагают длинные пальто. Это не так удобно, что конечно. И девушкам тоже. Да, да. Это пальто. Неудобно, неудобно водить машину, неудобно за ним следить, садиться, вставать. Но наряду, если поставить 10 человек в коротких пальто и 2 в длинном, то этих двоих в длинном пальто вы заметите быстрее. Ну да, я думаю, есть вот такой еще вариант, мы смотрим это, опять-таки возвращаемся к костюмам. Ну, можем поговорить, что под такие брюки еще подходят, что касается обуви, это какие-то массивные ботинки. Массивные ботинки разных цветов, и опять-таки под классические костюмы можно разбавить спортивной обувью какой-то. То есть всегда будет сказать. Ну, то есть ботинки должно быть что-то такое, что кажется, здесь у нас вроде бы легко все и просто, вот мы видим, да? Вот, да, то есть классические брюки и спортивная обувь. Кстати, вот такое подкатывание такой штанины тоже модно в этом сезоне? Да, вот широкие манжеты, да? Да, то есть они всегда на узких брюках, вот то, что мы говорили, если брюки будут со складочками в области талии и заужаться к низу, и широкий манжет тяжелый, это будет смотреться. Но на короткие ноги это... Да, но если у вас ноги короткие, это да. Просто, да. Это будет вообще гарантированно. Да, как бы надо еще понимать, да, с какими данными мы это все одеваем. Да, конечно. То есть это для длинных ног точно. Сказала бы моя бабушка, даже копайся за голову и текай. Опять-таки наши цвета осенние, коричневые, серые, ну, черные, это, конечно, классика, база. А если вы не любите такие светлые цвета, можно использовать темно-синие, они тоже достаточно мужественные и достаточно классичные. Но я смотрю, что тоже в моде, я так понимаю, белая подошва, да?
Ну все, ты со спортивной обувью, мне кажется, идет. Пока не наступили дожди, модно белая подошва. Да, потом... Потом она посереет, и тоже будет модно. Да, она перейдет уже. И будет в тон костюма, например. Уже будет все точно стильно. Идем дальше, опять-таки, про свитера мы поговорили, про поводу головных уборов. Что ну, многие рекомендуют дизайнеры последней недели моды, это были шляпы, но насколько они вернутся в городскую среду, это вопрос... сложный. Угу. Опять-таки, не все люди готовы одевать сегодня шляпы и быть похожи на мушкетеров. Поэтому... А какие-то варианты, типа ушанок, мы уже говорим, осень такая холодная, уже переходит в зиму, там различные какие-то ушанки делают, все такое. Ну, можно это все, тоже, что да? еще с прошлого сезона переходит в этот, да, для того, чтобы было тепло, да, то, что у вас еще осталось, ну, и жалко выкинуть, можете одеть в этом сезоне. Друзья, второй сезон потаскаем еще, все будет нормально. Экономический кризис. Да, опять-таки... Вот это вот как раз и можно подписать экономический кризис. Да. Бабушкина. Бабушкина, да. Опять бабушка сказала, одевай, тепло будет. Дубленка, овчина и яркие цвета. Многие дизайнеры, помимо вот этих вот классических цветов, рекомендуют mm-hmm. сочетать, например, розовый и зеленый. Да, розовый пиджак и зеленые, например, брюки. Ну, опять-таки, не каждый может такую вещь одеть. Вот, и погулять в такой, ну... Это же на пальто курточка, правильно? Да, вот я так понимаю, да. Это то пальто? То есть очень просто, очень холодно. Очень холодно. Это пальто, да, правильно я понимаю? Потому что я так смотрю, как килт какой-то. Это куртка, а там, да, там пальто, пальто такое. Пальто под ним, да? Да, да вот даже такой вариант. Это для того, чтобы вы, когда идете по Николаеву, все понимали, вам очень холодно. Или у вас много денег, что вы можете себе позволить. Или наоборот, немного. То есть вот две осенние вещи вы одеваете зимой. Потому что вот зимнее одеть было... Но самое главное, я так понимаю, все-таки овчина будет рвить, потому что теплее всего в ней. Да, в ней тепло и комфортно, что самое главное. И опять-таки, ввиду экономического кризиса, это на долгая вещь. То есть дубленки, mm-hmm. они практичные, их, и даже через какое-то время мода уходит, и через какое-то время она возвращается, вы достаете дубленку, и в принципе, если это классическая форма дубленки, то вы ее оденете. То есть, если на несколько лет, скажем так, то лучше всего брать, я так понимаю, не какие-то экстравагантные принты, там разноцветные, да, потому что все-таки меняется, а лучше всего однотон какой-то. Безусловно, это база. То есть, mm-hmm. если у вас хороший базовый гардероб, вы можете его разбавлять каким-то цветным шарфом, яркими деталями. Носки, а если ваш бюджет не позволяет вам иметь хорошую базу, то угу. ну, извините. Надо уже будет как-то да. выкручиваться очками, носками и всем остальным. Да. А, ну что ж, вот такие советы вам, дорогие николаевцы. А, самое главное, должно быть комфортно, я думаю. И, конечно же, и смотрите, к месту. И к месту, да. Уместно, смотрите да, в зеркало, да. когда оделись, как оно. Модный стиль — это две разные вещи. Внутреннее что-то поэтому... подскажет. Да, поэтому чувствуйте, всегда имейте меру и, конечно же, ощущение стиля. Спасибо большое вам за то, что сегодня пришли к нам в студию. Я нагадую нашим глядачам, что сьогодні з нами був Олександр Єрофеєв, дизайнер, та Олена Кравченко. Партнер просто, розумієте, дизайнер, яка зуміла сьогодні не тільки обіцяючи, я буду тільки піддакувати, а ще й дати коментарі вмілі. Дякую вам за те, що сьогодні були разом з нами, друзі.